Эроп, Оскар, Веста, В2. Карта призрачный урожай. Или урожай призраков. Под АВ2 играется. Стандартного комплекта джо. Ну, задача, в общем, будет 3 деревни очистить. Поставлен задача очистить. И поселок. Уничтожать нужно будет локаторы. И боеприпасы. Вот это как бы стартовая точка. Первая деревня, вторая, третья и поселок. Ну что ж, приступаем. Уничтожим коммуникационное оборудование позиции Альфа и Браво. Ну тут вот, получается много задач. Потом уничтожить надо будет оружейную позицию Чарли. Уничтожить коммуникационную позицию Дельта. Уничтожить АК-47 и 74 РПГ позиции Эго. Уничтожить опять коммуникационное оборудование позиции Фокстрот и Гольф. Так, ну что... Так, ну тут пока так можно поглядеть. В общем, начало в той, как бы в базе Зулу. Надо ехать. Вот три деревни. Писанг, точка А, Бахакса, точка Б и Коклад, точка С. Позиции Альфа и Браво находятся в Писанге. Бахакса, позиции Чарли и Дельта. И позиция Эхо в Коклате. И в поселке Селамак, позиции Гольф и Виллаж. И Фокстрот. Ну, тут, в общем, надо коммуникационное ведение оборудования уничтожать. За исключением того, что в Чарли находится склад пулеметов. А в Эхо ящики с автоматами, которые перебить надо. Ну, так, вот тут можно боеприпасы пополнять. Писанка, смешное название. Можно брать багги и легкие вездеходы. Писанка, как писанка. Да писанка 400, где-то 60 метров набирает. Так, ну погнали. Вертолеты, конечно, неисправны. Так, ну все, поехали в писанку. У меня только что выше было из игры, я практически половину уже прошел, но вот, к сожалению, меня выше было. Оскар Веста, урожай призраков, вроде как называется. Название для учебных карт крайне прикольные. Вот этот писанг. Пулеметы херачат. Всех их перебивать. Так. Вот там еще стоят. Так, ну-ка давай-ка подожди. Стоп, стоп, стоп. Да подожди, подожди. Вон там два гада стоят. Еще даже один есть. Девка вон там стоит. Так, чё, никак её не снимут. Вот так нормально. Так, ну там плохиши мечутся. Давай сходу убирать. Ух ты, ну ты что делаешь? Сволочь какая. Хотела ссыла у меня быть. Тут как бы, как сказать. Какими-то системными ошибками иногда может улетать. Да, бывает такое, бывает. Некоторые карты ключные. Ну что, давай берем. Все, сходу взяли. Окей. Так, огнеметом помогаем себе. Все, точка все там. Писанка, я в этом укрепился. Ну ты, ублюдок. Стряк самоучка. Там он еще ходит. О, черт, нормально. О, негр стоит. Ну-ка давай-ка.
Окей. Так, вон. Это вот скалы Рокфилд. Очень красивые. Там что-то башка негритянская. Давай ее ликвидируем. Так, ну тут, в принципе, одна и та же деревня, но ее почему-то как две позиции. Как две позиции почему-то отметили. Получается, как бы, ну, если войти в эту деревню справа, ну, давай смотрим, позиция альфа, а слева, или наоборот, слушай, подожди, это откуда, кстати, а, ну, я пришел оттуда, вот, да, значит, слева альфа, а справа браво, вот, ну, это просто локатор. А тут ничего нету, ветер воет, хотя в обычной игре такого нету. Так, сейчас уничтожим. Все, коммуникационное средство позиции альфа ликвидировано. А теперь идем на позицию браво. Вот здесь. Среди полей она стоит. Могут быть гранатометы, там и товарищи в скалах. Придется посматривать. Все, давай, ну там негр стоит, давай сейчас подорвем. Ага, коммуникационные средства позиции браво уничтожены. Вот там на скалах, видишь, там дальше, сейчас. Все, с деревней Писанг покончено. Первая задача выполнена. Ну тут как бы больше 4 задачи. Писанг, Багакса, Коколад, Силамат. А через скалы Рокфилд идти, позиции Чарли и Дель, там деревня Багакса. Точка Б. Так, ну двигаемся туда, двигаемся. Вон там гад стоит, ну-ка давай. На, лови, дружочек. Пирожочек, вон там мухи летят. Вон там, слушай, гад стоит. Так. Окей. Так, ну тут. Ну вот, Рокфилд. Ухага! Девка была там. Так, ну-ка давай-ка. Он там бежит негр. Вот вид на деревню Писанг такой. Ох, кто-то сдох. Моя скалма, что ли? Ну, со скалы рухнул. Так, ну вот. Ты, блядь. Все, пиздец. Да, не повезло. Так, уничтожь оружейную позицию Чарли. Сейчас коммуникационные средства позиции Дельта. Вот, типа такая задача. Ух ты! Ух ты, ух ты! О! О! А! Опять долбанулся. Ну-ка давай-ка. Когда они тут разбиваются? Холм как бусеянный камнями темными. Рокфилд. Вот что это такое. Так. Я бы тут по скрин-то покрасивее сделать. Вон там гад. Ну, типа так вот можно. Так, вот, короче говоря, мы пришли к деревне Багакса, надо снимать чуваков. На том бережочке. Ух ты, гадина, смотри, идет усатая гадина. Так, по ноге. Хрен его знает, карты не стали ли. Надо смотреть, чтобы они более важными не были. Игра-то изменилась.
Ты видишь, перебивать их там. Кое-кого истребил. Конечно, наверное, не всех. 200 метров получится. Угу. Так, ну что, наверное, пойдем на штурм. Он там еще стоит. Точка Б виднеется. До точки Б 145 метров. Сейчас тут джип подъедет, так надо быть аккуратным. С лодки стрелял снайпер. Снайперша. Все, едет джип. Давай-давай, сейчас захватывать будем. Нормас. Так, снимаем гада. Нормально. Так, непонятно, кто там что. Ну, давай. Давай сейчас джип выкатим и туда пойдем захватывать точку Б. Рокфильд, я очень прошу. Такой джип повстанцев. На базе Виллиса, наверное, все сделано. Конечно, не Виллис. Тут пулемет стреляет. О, еще второй стрелок. Хорошо. Так, ну спускаемся потихоньку. Он тут стоит. Хе-хе-хе. Да уж. Так, ну как ты, сука? Негр бежит. Нравится? Все, берем точку Б. Все, взял. Там уже в деревне Коклад враги находятся. Так, ну тут, в общем, получается слева Чарли, справа Дельта. Чарли стоят вот эти... оружейный склад пулеметов. 6 пулеметов. Так, подрываем их. Склад пулеметов уничтожен. Теперь локатор Дельта надо. Вот Айга там стоит. По дороге, да, туда будем двигаться. Чуть давай на машинке проедем, чтобы на ней. Ну, идем в Дельту. Вот здесь локатор стоит. Его сейчас подорвем. Все, локатор взлетел на воздух. Добавились задачи. Так, уничтожьте АК-47 и 74 и оружие на позиции эхо. То есть там надо ящики боеприпасов перебивать. Это в коклад ехать надо. Точка С. Поехали. Я тут джип может выскочить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сука, надо назад, назад. О, он выскочил.
Окей. Мама, мама, все окей. Тут стоит же пушка. Не знаю, что за основу будет взята. Это вот жопа, надо знать. На ГАЗ-69, похоже, близкий. Ну, конечно, не... Давай-ка туда, быстро. Ну, давай, чё ты разгоняешься? Давай, тебя убью. Давай, давай, КП, он скоро. Всё. Завалили, ну ладно. Точку-то я взял. Точка С взята. А вроде больше тут нет точек. Силомат уже надо будет без КПшек идти. Ну давай просто сжигай этих гадов. Вот тут арка, по которой я люблю ходить. Надо еще и стрелять. Все в огне. Черный чувак валяется. Вот такая арка прикольная. Ну вот, оружейная эта позиция, собственно. Вон там идет чувак. Его накрыло стеной огня. Стоп, стоп, стоп. Ну-ка, 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 ну. Хера там. Кого-то сразу звали. Надо очистить. Деревня Коклад. Рыбацкая деревня. Сейчас быстро рассмотрим. Ну я уже склад видел, где там эти боеприпасы лежат. Сейчас. Так, тут ящики какие-то плавают. Дом завалился и мусор из него высыпало. Все, деревенька зачищена, куплат. Да, на сваях такой пункт. Так, короче говоря, вот склад этих автоматов здесь. Тупо можно перебить, но я сейчас скину, чтобы побыстрее сделать. Полуденное солнце, все. Какая-то сволочь херачит. Ах ты гадина. Сволочь какая, еще и ранила. Так, уничтожь коммуникационные средства позиции Фокстроуд. Так, смотрим, где этот Фокстроуд. Фокстрот, где этот Фокстрот? А вот там деревня, поселке Силомат. А теперь в Силомат надо идти. Короче. Так, а где тут боеприпасы? Так, порыщем, что-то не вижу пока. Это явно не здесь. Кажется, в одном из домов, что ли? Не помню точно. Так, что-то не нахожу. Ну-ка, давай-ка. Так, что-то не нахожу. Нет, оно где-то... А, вот в этом сарае, кажется. Да, так и есть. Тут везде как фоновый шум, какой-то вой ветра. В то время как в обычной игре такого не было. Так, тут три моста сейчас. Вот, видишь. Ящики с автоматами перебитыми. Так, ну выдвигаемся. Позиция трех мостов. Видишь, три моста. Лодки стоят. О, это деревня по Хаксам. Угу. Скоклад. В общем, Коклад и по Хакса деревни. С ними покончено. Остается поселок Силомат.
Так, ну, тут будешь можно бегать. Местные, наверное, чуваки носятся по мостам. Внизу можно вот такие лодки забавные хранить. Угу. Ох, кстати, чувак стоит. Классно. Девка стоит в повязке наматной. Угу. Так, для скрина давай тут отойдем немного. Карту получше заскринить. Так, ну вот, как-то так. Вот такая вот карта. Ну, лучше было видно. А тут квадратная, так будет более все видно при увеличении. Так, ну ладно, короче, идем теперь. Тут немного искупаться придется. А тут не глубоко. Так-то идти, по идее, надо по левому мосту. Ну все, выдвигаемся к силомат к этому. Так, ну вот, еще дал задачу. Еще ж коммуникация с лицевого гольф. Причем фокстрот и гольф. Вот там, подожди, гад идет. Угу. Которые оба находятся в силомат. Угу. Гольф чуть ближе, фокстрот чуть дальше. Угу. Ну там какие-то локаторы опять стоят. Понятное дело. Когда под кардмапс в эту карту играешь, там вот тут очень множество ботов, просто кишмя кишмит. Здесь они. Ой, вот стоит. Это пост силомат. Здесь-то не так их много. Так, ну надо выдвигаться. Сейчас будем их расстреливать тут. Где-нибудь вот сейчас найдем позицию какую-нибудь. Ну, может даже отсюда попробовать. Хорошо. Так, ну вот этот поселок Силомат, вот он. Тут их очень много, так давай. И приступим. Часть домов, как обычно, обрушилась, подгнили свои, наверное, у них. Так, ну вон там локатор виден один. Копился в воде, надо их. Вон там один. Одна поплыла. Хорошо. Прежде чем туда ломиться, можно с другого берега просто аккуратно их перебить. Вон еще стоят. Так, проще будет как бы. А зачем ломиться зачем? Плохо, что дальше протока. А вон еще один стоит. Так, тут явно не все перебиты. Ну давай, надо сейчас двигаться. Давай потихонечку выдвигаемся.
Так, ну да, в общем, походим под силомат. Вот ты, сука. Обкладывают, падла. Пост силомат, ну-ка вон идет. Могут. Ну-ка. Могут взять ключи непосредственно к самому силомату. Да приближаться. Плетеные такие лачуги. Совсем крошечные. 2×2 бита. Так, входим в силомат. Завалили тебя, пидорас. И побежал дальше. Так, ну надо снова туда выдвигаться. Бегать туда, конечно, прилично. У километров. Ну можно прямо от Зулу, правда, на машину гонять. Сейчас завалят, будем от Зулу, может быть, прямо ездить. Вот по тем четырем мостам. Так быстрее даже будет, наверное, получаться, чем пешком двигаться. Так, вон они. Сука, подожди, не попасть. Так, нормально, кого-то снял. Плохо, что лодок нет, можно было бы этот поселок зачистить, эти кусочки. Бегают-то бегают, но туда, видишь, никак не попасть. Все под какими-то так. Нормально. Как дела? Нормально, как погода, нормально. Ни о чем разговор, блядь. Такая тут каша, говна, блядь. Вот сюда никак нельзя купаться. Ну тут просто каша, говна. Часть домов еще утонула. Что-то кто-то долбанул что-то. Так, ну двигаемся дальше. Тут надо еще видишь, пробежать. Обкладывают, видишь, сзади. Местные гопники. Давай-ка сюда, к пулемету. Ну все, прошел как улица. Давайте туда испепелять. Ну сука, сколько огня. Жаркий тут бой в этой деревушке. Козел. Не нравится? Да. Маловато здоровья, но огонек немножко помог их ликвидировать. Так, вот это гольф локатор стоит в гольфе.
Нормально. Собственно, мы в Селамат уже в этот ворвались. Ух ты, гады! Стоп, стоп, стоп! О, подожди, пулемет. Сейчас получше. Их тут как чертей нерезанных. Так, вроде ворвался. О. Там еще гадина бегает. Ну-ка давай, гадина. Да все положил. Ну что, как говорили, давай с икса. Прокатимся по дороге в 4 моста, которые идут. Как туда выехать? Надо в обратную сторону. А вот сюда. И тупо дуй по этим 4 мостам. Местность это уже на краю карты находится. Такая. Ну, пальмы растут, но более пустынная местность. Ну, видишь, можно гонять по кругу тут. Ну, давай смеху ради проходим раз по кругу. Как местная шпана. Около элита развлекается. Кладская элита. Находится в режиме беспрерывного транзита. Так, двигаем. Тут никаких нету. Ублюдок. Надо смотреть, видишь, могут запросто под... О, давай, давай. Сука, блядь. Вот что ты ехал. Приехал, называется. Карта такая, вроде бы учебная называется карта. Хорошо, и тут учебность. Быстро ее не пройдешь. В одиночку ты особенно. Я вроде эту карту я вообще одну из первых, которых смог пройти. И вот в конце там стрит юстиция. Тоже вот это одни из первых карт, которые я вообще смог в этой игре пройти. Другие все сделано, но вот просто я не знал, что там надо подрывать там, короче. Да какие-то тонкости не знал, поэтому сценарий не завершался. Вроде все пройдено, но дело не доделывалось. Тонна этих вонючек. Одна вонючка на другой. Так, ну тут все чисто. Поэтому надо просто уничтожить локатор. Как он называется? Гольф, да? Наверное, гольф. Сейчас посмотрим. Ну такой. Излачук нищий какой-то поселок. О, черт! Да-да-да, гольф уничтожен. Давай, улетай, козел. Улетай в рай.
Да, тут, наверное, жуткое вонище идет от этих грязи, которая тут плавает. В спецкостюме только туда можем. Ну как, наверное, воняет здорово. Мух сколько, наверное, блядь. Заебать. Да, на таких лодках плавать нельзя, такая, видишь. Каюта на корме. Джонка такая. Тут закрыто. Угу. Местные джонки. Ну, остается фокстрот, получается, да? Фокстрот. Фокстрот. Сейчас добегаем. Вот тут мост идет. Еще надо проверить, чтобы никого не было. Угу. Тряпье, как обычно, сушится. Сколько тряпья? Тряпье на продажу надо. Кому тряпье бесплатно? Да, и даром. Так, ну, наверное, похоже, и все. Селомат чисто, короче. Вот такие просторы поселка Селомат. Плетеные лачуги, у кого вообще бабла нет. Из тростника просто плетет нафиг, да и все. Если нет денег даже вот на такую хижину. Что же есть, как и циновок. Да, хижины из циновок сделаны. То он просто себе из тростника плетет. Ну и тут также ничего нет. Так, вон, да, для красоты только лампочки повесили. Ничего больше нет, как говорится, в жизни. Так хоть лампочки повесили. На этом, вон, еще гирлянды лампочек повесили. Круто. А зато кто платит? Дядя? Давай, в общем, подрываем локатор и на этом кончаем. Тут турники с тряпьем. Вон такие чуваки подтягиваются. Качаются. Да, солнце жаркое светит. Сейчас все, заканчиваем эту карту. Так. Коммуникационные средства Фокстрот уничтожены. Игра заканчивается победой. Тоже довольно-таки, видишь, непросто. Так, Джон набирает 1121 очко, 172 фрага. Тонкости, видишь, тоже в этой карте есть. Это была карта «Урожай призраков».